Сегодня, 8 мая, в Каспийске прошел митинг по возложению цветов к мемориалам города в преддверии праздника «День Победы». Представители администрации и других структур города собрались, чтобы отдать дань уважения погибшим солдатам Великой Отечественной войны, которые своим упорным трудом и отвагой принесли заветную победу стране. Отметим, что началась торжественная церемония возложения цветов у обелиска труженикам тыла. После гости мероприятия с главой города Борисом Гонцовым отправились к следующему объекту – обелиску «Скорбящая мать». Во время церемонии генерал-майор, почетный гражданин города Каспийска Герман Кириленко рассказал всем присутствующим о важности сохранения памяти о солдатах, отдавших жизнь за наше будущее. В этот день я вспоминаю две даты. Я не участник Великой Отечественной войны, но я ее один из последних свидетелей. Мы, дети войны, услышав, и я вам расскажу сегодня о 22 июня и о 9 мая в моем родном любимом городе. Третьим по счету стал памятником жертвам теракта 9 мая 2002 года. Жители нашего города встречают этот День Победы со слезами на глазах в память о всех погибших горожан во время торжественного парада. Ведь он унес десятки жизней каспичан. Произошел грязный позорный случай, который должен был вселить неуверенность и страх, нарушить те славные традиции, которые сохраняются уже на протяжении многих десятилетий. Но гордый дагестанский народ смог навести порядок в своей республике и в соседних республиках, вернуть мир, благоденствие. Стоит подчеркнуть, что на возложении также присутствовали депутат Народного собрания Республики Дагестан Заур Расулов, военный комиссар Марат Пашаев, председатель Совета ветеранов города Каспийска Магомед Ариб Якубов, представители Каспийской флотилии, образовательные учреждения города и многие другие. Завершился митинг возложением цветов у памятника воинской славы. Прибыли гости мероприятия к мемориалу под гимн России, который исполнял оркестр Каспийской флотилии. Перед заключительным возложением цветов в память о всех погибших во время Великой Отечественной войны ко всем присутствующим обратился глава города Борис Гонцов. И вот они покоятся, а мы с вами живем. Поэтому прошу чтить, помнить память всех солдат, сержантов, генералов, офицеров, вложивших свой труд, нелегкий солдатский труд, в дело победы. Завершилось мероприятие возложением цветов и минутой молчания.